Всем привет, друзья! Сейчас 3:30 утра, но мне не спится. Я лег спать в 1:30 ночи и ни на секундочку не смог уснуть, потому что наш корабль кидает не по-детски, мы попали в шторм. И сейчас хочется выйти на открытую палубу и посмотреть, как там погодка, что я сейчас и сделаю. Вы слышите, да? Как скрипит все. Да, веселая ночка. Нужно попробовать уснуть. Ну что, как погодка? Шикарнейшая. Отлично. Отлично. Это Богдан, это Злата. Они работают танцорами в театре. И они подготовили танцевальный номер, в котором я тоже, кстати, буду принимать участие, но в роли видеооператора. И прежде чем вы увидите их танец, я хочу задать вам несколько вопросов. Давай. Начнем с тебя, Богдан. Со скольки лет ты занимаешься танцами? Какой по счету у тебя контракт и как тебя зовут? Всем привет еще раз, меня зовут Богдан. Начал танцевать в 16 лет. Сейчас второй контракт на круизном лайнере. Отлично. Злата. Привет, меня зовут Злата. Ну все, началось. Давай. Я танцую с 3 лет и это мой 5-й контракт на MSC. Отлично. Вопрос к Богдану. Тебе нравится работать на круизных лайнерах? Да, отличная работа, очень классная. Можно путешествовать по миру. Да и все. Это огромнейший плюс лайнеров. Хорошо. Вопрос к Злате. Что тебе дали танцы в жизни в целом? Выдели 3 самых главных пункта для себя. Возможно, заниматься любимым делом. Путешествовать и свободу выбора. Отлично. Это здорово. И последний вопрос. Вы готовы улететь в закат? Конечно, готовы, только вместе с вами. Тогда полетели.
I've been finding all kinds of feelings in unusual places. I've been holding on to a promise that don't even make sense. And I've got a thousand excuses of why I can't do this. My mind's been driving me crazy for days. To my usual places. I know I'm not the only one. I'm not the only one.